Всем привет, с вами Оля, и давайте просмотрим получше сумочку вот эту. Сумка называется Селена, вот так она выглядит в каталоге. Так, это искусственная кожа, размер 21 на 13 на 12, длина ремня 132 сантиметра, внутри один карман на молнии, и она сама закрывается тоже на молнию. Цена была 1299 рублей, плюс еще скидка. Так, давайте смотреть. Очень классная. Во-первых, смотрите по размеру. То есть каталог вообще огромный по сравнению с ней. Она такая очень маленькая, но очень вместительная. Вот. Сюда можно положить много чего, я считаю. И маленький такой кармашек. Совсем малюсенький прям. Ну, помадку поместили, карточка, допустим, банковская. Это может отстегиваться. Ремешок. Вот. Молния хорошая. И можно носить ее вот так. В общем, вот так она даже мне больше нравится. С такой ручкой. Смотрится очень классно. Вот тут есть такой значок. Вот. Очень интересный. Вот такая вот сумочка. А ремешок регулируется. То есть можно длиннее, короче делать, как вам удобней. Вот такая вот сумка. Мне очень нравится. Я очень рада, что я ее взяла. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что посмотрели, и до скорых встреч. Пока-пока.